Давай, заходи. Куда? В Амонг. Я спать хочу. А кто такой Авалаш? Кто такой Авалаш? Это Вова, походу. Блять. Это либо Антон, либо Вова. Но Авала... Нет. Нет. Да, это Антон. Хуй Антон, ёпта. Это Димас, ты кто? Димас писю нюхает. Сказал уролог. А что там ребенок застрял? Ебать, он колбасит. Родителя просто. Посмотри, блядь. Упс. Кто убил Кеннеди? Понятно. У меня один вопрос, какого хуя ты убежал в электричество, понятно, когда там два реактора взрывалось? Короче, рассказываю. Захожу я такой в электричество, встречаю Санечка, который оттуда выбегает. Который негатив, если что. Пробегаю чуть дальше, вижу труп белого. Думаю, что за хуйня? Санек бежит наверх и репортует. Как думаете, что он раньше этого не сделал? Не, мне кажется, это Димас. Он как-то неубедительно пиздит. Блять. Димон, я предлагаю, знаешь, что сделать? Смотри, мы кикаем Сашу, если это не он, нажимаем на кнопку, и кикаем Димона. Да. Все верно, прям так. Красавцы. Ну, как бы Кеннеди я убил. А, все. Блять, мы с белым в навигации были. Блять, а оранжевый подозрительный, блять, ну да. Да. Это что за человек? Понимаю. Ну и правда, типа, ты самый подозрительный. Ну да, давайте меня кикнуть, тебе похуй. Да не ты села. Не ты села, охранничаю. Самому убить, самому зарепортить. А, блядь, я еблан, я думал, что оранжевый это я, потому что, блядь, я всегда был оранжевым, блядь, но я пьянул это еще. Ебать, на него долго. Сори. Долго дышанило, блядь. Understandable. Вы же понимаете, что это не он? I was injected. Че на этот раз? Я предлагаю голосовать за Сашу. Если это не Саша, то вы можете вот про меня точно голосовать. Я точно так же могу голосовать за тебя, блядь. Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы. Ну, блядь. Я не знаю, Саша подозрительный. Хотите скипнить? Это твой единственный пруф, блядь. Ты для этого сигнализацию врубил, пока я делал проводку. Ты все проголосовали? Да, я скипнул. Понимаю. На чем основываются ваши, блядь, дебильные догадки, я не понимаю. За эту игру никто не умер, блядь! Нахуя! Чё? Это Дима, короче. Чего бы? Какие у тебя против меня аргументы? Какие у тебя? Ты что, ты против меня гонишь? Почему? Потому что ты сначала начал меня защищать, что он точно импостер, потом спросил, ты что, импостер? Так я Нет, я просто спросил, импостер ли ты. А если бы ты ответил да, мы бы тебя кикнули, если бы нет, мы бы тебя не кикали. В чем твоя логика, чел? Да ни в чем. Просто вопрос. Или за Гаспара. Нет, его подал, не надо. Надо учитывать, что некоторые задания на 2 или 3 раза, поэтому полоса может не запомниться. Это электричество, по-моему, да? Я вообще 3 раза проводку чинил. Ну вот, проводка 3 раза, например. Время так, а да я ошибался в этой игре, я все время угадывал, так что доверьте. Битва экстрасенсов. На кого ты угадываешь? Новые уроды. Вы победили. Вы победили, мужики, молодцы.
Я же говорил, ребят, а вы мне не верили. Почему ты что, на меня вначале? Школьник тоже импостер, что ли? Да. Нет, тут же не только рандом, тут интуиция так работает. Блять, пацаны, я наигрался, ребят. Я еще посижу, блядь, но я наигрался. Вот тут, блядь, интуиция. Сочинение про лопату. Ладно, кто шестой? Давайте. Я Антона потрачу сейчас немножко, давайте. Что угодно, только камеру не включай. Пизда. Ладно, Тефтели. Это не Саня, он со мной отключен. Я тоже что-то туда вскоре. Макс тоже рядом со мной бегал. А кто-то либо долбоёб, либо ты тём. Я понял, кто это. Пацаны, вам всем не жалко, блядь? Он три игры подряд первый сдыхает. Без тела, все. Макс, чё, кто кого видел-то? Чё, есть какие-то пруфы? Ну, либо Макс, либо долбоёб. Нет, не Макс, я спутал. Либо долбоёб, либо Каневский, я не знаю. Проголосуем долбоёба, просто прикол. Давай. Давай. Блядь, если я буду импостером, я ёбаного, блядь, этого пидора просто, блядь, первым ёбну. А как ты долбоёб? Слушайте все меня, это синий, на моих глазах убился. Какого хуя, чё? Какого хуя, во-первых. Дебил, ты тупой. Я думал, ты не успеешь, Свет. А еще синий пидорас, потому что он мой цвет спиздил. Я его рот ебал. Тупо ты. Вот пидор. Она там открыла. А я пошел кислорода, я думал, что сейчас Макса ёбнул, да ёбнул и меня. Пацаны, вам всем не жалко, блядь? Давай. Так, Никита. Всё понятно. Я, короче, иду вверх, а там Никита бежит за Тёмой, короче, и убивает его. Я же сказал, я правильно голосовал, блядь. Да чё сказал я? В смысле? Это Немцов, я отвечаю, что это Немцов. Нет, дебил. Вы чё, долбоёбы. Долбоёбы. Не, я был уверен, что это не то. Обосрались. Блять, хоть пруф бы... А, блять, вы ебла. Ладно. Я ж говорю, блять, подозрительный. Хули вы её пиздите, блять. Пока оставлю. Хера там кто-то орёт. Так, вот кирку я еще одну сделал, еще одну лопату сделаю. Все. Хера, ты громко это делаешь, я обосрался. Подошел ко мне такой. Выпил. Хера меня задамажило! Посмотри, тут затонированные окна. Видел это? Тонер глаз? Реально. А чё ни хрена? А чё натуре тонированный? Шаришь? Тут, короче, вот этот потолок, который ты поставил. Тут такая безопасная кровать, ты рядом с ней газовый баллон, блядь, поставил, придурок. Я пойду чертову сожгу. Ты что, дурак, блядь? Чё там? Чё там случилось? Этот придурок, блядь, начал на деньги вечерком лжать. Конец вечерком на деньги. Короче, листва без дерева просто исчезает, если дерева-то и нет. Через какое-то время, типа, она не сразу, но потом исчезает. A few moments later. Ой,
это не очень безопасно. Я тебе говорю, блядь, Саш, иди сюда. Что случилось? Саш, блядь, сюда вылобятся. Где? В подвале, там из Незер-портала. Нам сейчас сломают двери. Уже сломали. Саш, нам зомби этот, блядь, челик припиздил, ты видишь? Это вот это? Да. И что с ним делать? Не убивай, не убивай, не убивай! Не Санки. Убиваю. Я его сейчас вытолкну. Чё, иди в очко. Хуя себе. А это что такое, блядь? Ты две двери поставил? Происходит. Ты эндермена сагрил. Ёбана, блин. Что мне делать? Не знаю, мне кажется, проще сдохнуть. Чё, он съебался? Прикрылись, он походу об кактус убился, блядь. Как мне повезло, что я рядом с кактусами стоял. Он, короче, около кактусов сдох сам. Он на меня залупился, а я в это время кактусы собирал. Я спрятался за горой песка, короче, и он умер об кактус. Да, весело. Ну я обосрался. А ты турбовый. Пиздит, а я буду строить. Бля! Мне кажется, нам пизда села. Надо об кактусы. Они уже там с саженцами ходят. Так я ж тебе говорю. Ой. Иди нахуй. Со всяким говном. Пипец, посмотри, какая... Посмотри, какая армия за нами идет, блядь. Я его... Так, на меня ведьма повесила очко какое-то, слышишь? На меня ведьма повесила. Не знаю, я боюсь, что ты вряд ли здесь что-то сможешь построить. Блять, меня ведьма тоже кидает со всяким очком, блядь. Не-не. Чё они умные? Да заебало попадать, слышь, блядь. Ёба народ! Меня с очка убили. Да, это сложнее, чем я ожидал. Блять, я бы как-то съебался. Хера там орда. Блять! Это ты пошел там свой лут забирать, да? Да. Пока он там зомбак не спиздил. Иди в очко!